хватит меня провожать. Беги к тете. Побудь у нее, хорошо? А я скоро приду. Там наверху Розиемо. Стоит ли нам ехать в Кешлак? Азизхан, я думаю, опять она может унизить тебя отказом. Ну, скажите мне, что случилось? Куда вы меня ведете? Зачем? Я дальше не пойду. Почему вы молчите? Да, скажите же, что случилось? Ничего, Розиема. Сейчас узнаешь. Привезут. Привезут, когда ты станешь моей женой.
Эта женщина, видимо, хворост собирала. Сорвалась со склона. Случайно. Да-да. Сорвалась. Я видел. За ней. И это тоже. Безграничная доброта, Хана. Thank you.
Замерзла? Ничего, скоро потеплеет. Thank you.
сам осматриваешь? Долго тебя ждать? Других дел у тебя нет. Пошла бы корней нарвала. Есть нечего. Мать у тебя была красивая. И характером сильная была. В жизни мало ей выпало радости. Ты родилась, отец ушел на заработки и не вернулся. Многие сватались к ней. Другая бы не выдержала. Разве ему ждала? И никогда улыбки на лице не теряла. Хорошо, что ты похожа на нее. Тихо, Сутора. Здравствуйте. Здравствуйте. С весной вас.
Мир и счастье вашему дому. Спасибо. Проходите, пожалуйста, дядя Назардот. Несу. Ничего, ничего. Спасибо, спасибо, доченька. На. Идите сюда, детки. О, держи сахар. Это мне. Тебе. И мне тоже. И тебе. Несу. А ты что же, подойди. С праздником тебя. Дядя Назардот, какой-нибудь купец приехал? Да. Мирзахур. У меня в этом кишлаке всегда одни убытки. Уходи. Уходи. Тут все такие, как ты. Я купец. Я торгую, а не раздаю милости. А, Турамо. Хороший журавль. Что будешь брать? Пшеницу? Рис? А, понимаю. Зачем ты пришла? Нечего тут делать. Иди домой. Этого надолго хватит, Турамо. Вот. Тетя, это за джурабы? Отстань, не твое дело. Тетя, зачем нам это? Тетя, миленькая, родная, отдайте ему назад, пожалуйста, отдайте. Стой, денег, чашка риса. Отдайте, да пропадите все дома просто. Голодные, есть никакой нечего. Никакой жизни у меня тетечка, нет. Тетечка, я одно прошу мучение. Вас, отдайте. Турамо. Возьмите муки риса, пусти. А это отдайте, тетя. Турамо, девчонка права. Верни мне опиум. До лета далеко, а жить вам надо. Так и быть. Дам тебе пшеницы, а сверх того добавлю одну тюбетейку муки. Украсишь свой дом на праздник. Скажи, ты ведь не со, верно? Из тебя выйдет хорошая хозяйка. А мне не насыпали муки на плечо. И мне насыпали. С праздником, тетя. Спасибо. Вот. С праздником. Это носила твоя мама. Ты будешь сегодня самой красивой на празднике.
Молодец. Я не хочу спать. Хватит баловаться. Мама придет, я все ей расскажу. Везет тебе, доченька. В богатстве будешь жить. В сытости. Азизхан тебя золотом осыпет.
бархат оденет. Зиму. Они тебя убили. Они за верность твою тебя убили. Susie Maron,
Несу. Несу. Оставь. Оставь. Она польет. Пусть привыкает. Станет его женой, ей придется это делать. Принеси мне попить. Отнеси мешок в дом. Поднимись на крышу, Якубу помоги.
Нисо! Где ты? Нисо! И что ты в ней нашел? Ни красоты в ней, ни женского ума. Зачем тебе эта вялая овца? Ничего, мама. Она изменится. Привыкнет к дому. Станет другой. Сомневаюсь я что-то. Не та порода. И мать ее такая же была. Ни добра, ни пользы своей не понимала. Люди жили и живут, хорошо ли, плохо ли, живут. А она? Я просил не напоминать мне о ней. Кому она что доказала? Не она ли сама во всем виновата? Собственная глупость и упрямство. Не надо. Не надо, мать. У меня хорошая память. Мы загнали ее тогда. Так на охоте загоняет животное. Она была воздухом, которым я дышал. И я убил ее. Не похоже на нее. Только иногда голос, движение, взгляд. Нисо нужна мне. Она нужна мне, чтобы жить. Нужна она тебе. Тяни со свадьбой, женись. Родит она тебе сына или дочь, и все будет хорошо. Что это с тобой сегодня? Почему у тебя такое лицо? Почему не помогаешь? Если заболела, тогда иди полежи. Совсем она не больна, просто она не хочет работать. Бродит целыми днями по саду и живет в свое удовольствие. Где ты это взял? Мальчишки принесли. Откуда? Говорят, у реки нашли. Что это? Что это? Я тебя спрашиваю.
почему? Почему эти бусы валялись на берегу? Как они могли туда попасть? Ты что, уходила из дома? А где ты была? Как ты посмела уйти без спроса? Я тебя спрашиваю. Оставьте ее. Лисо, где ты была? Могла это потерять. Шаталась неизвестно где, вот и потеряла. А, тише! Что с тобой, Нисо? Все кочегу и сложи там возле старого хвороста, да поаккуратней. I don't know.
Успокойтесь, успокойтесь. Что ты мечешься? Кеклика потеряла? Он утром по забору бегал. Стой! Несо! Несо! Здравствуйте. Вы не видели Кеклика? Мои слова уже ничего не значат. Несо, разожги огонь в очаге, несо, налей воды в казан. Она поворачивается спиной и идет со двора. Соседи надо мной смеются, с одной девчонкой справиться не могут. И все из-за сына. Явилась овечка. Где ты была? Я за Кекликом ходила. За Кекликом? Назови того, кого ты избираешь своим доверенным. Назови того, кого ты избираешь своим доверенным.
Якуба. Да-да, Якуба. Мы слышали. Мы слышали. Я доверенное лицо и свидетельствую с соизволения Бога, а не из лицемерия, что Нисо, дочь Алимардона, назначила меня своим доверенным в бракосочетании. Не верю. Представь свидетеля. Свидетельствую, что этот человек со стороны невесты назван доверенным лицом в деле бракосочетания. Согласна ли Нисо, дочь Алимардона, взять в мужья Азизхана, сына Махмудхана? Да, она согласна. Согласен ли ты, Азизхан, сын Махмудхана, взять в жены Нисо, дочь Алимардона? Согласен. Двое, муж и жена, Бог их соединил, да не разлучат их люди.